Друзья, небольшое видео об очередной модернизации креплений для панели с изменяющимся углом. Вот так. Нижняя часть, которая формирует нижний скелет и крепится к кровле. И также вот рама, на которую будут ложиться непосредственно панели. Сейчас соберем, и я покажу механизм крепления. Владелец этой дачи уже сделал деревянный каркас. Вот, он прикреплен к кровле хорошенько. А уже на этот каркас ставится рама. Крепиться будет вот такими вот черными саморезами. Здесь не переживайте, эти саморезы плохо работают на срез, но хорошо работают на отрыв. Поэтому здесь нету таких режущих нагрузок. Вот так установлены панели. Крепление, как и по традиции, на 6 в данном случае болтах. Просто прижались к раме. Все, никаких отверстий не заводских. То есть никаких потерь гарантий. Все, сейчас соединяем, проверяем правильность соединения. Как ушло плюс-минус вниз. И уже внизу все это коннектим. Напряжение холостого хода 66 вольт. Ну, конечно, очень пасмурно сейчас. Туман. Угол меняется, как я уже говорил. Это стандартная схема. Труба в трубе. Все функционально. Легко и надежно. Сами панели в данной конструкции также являются узлом жесткости. То есть тут все отлично.